Вот такое загадочное видео снял вчера екатеринбургский автомобилист, двигавшийся по водораздельному проспекту Космонавтов в сторону центра, имея по правому борту Уралмаш, по левому, соответственно, Эльмаш и пятиэтажку номер 58 на углу с улицей Красных Командиров. И вот, стоя в очереди за зеленым сигналом светофора, он услышал по радио следующее. И буквально с небес к нам спустилась Алена стюардесса. Алена, здравствуйте. Здравствуйте. К сожалению, так и осталось, что называется, за строкой информации, кто этот деятель, что он делал на высоте без малого седьмого этажа. Может быть, он курил, а курение, как известно, опасно для жизни. Или он задумал с этой жизнью счеты свести побыстрее. Интересно, что вот прямо в этом здании на первом этаже работает магазин, который, кроме названия, имеет что-то типа подзаголовка «Магазин одежды и обуви для жизни». Запись по причине позеленения светофора обрывается на самом критическом месте. На последних кадрах видно, что парень все же спрыгнул. Не до уровня тротуара, а всего лишь с крыши чердачного портала, да, собственно, крыши, где и был запечатлен напоследок.